регулировка крутящего момента турбинной коробки автогрейдера. Турбинная коробка грейдера не только выполняет функцию передачи мощности, но имеет возможность предохранять рабочий механизм от перегрузок. После длительной работы коробки турбины внутренние фрикционные диски потерпят определенную потерю и станут тоньше, что приведет к снижению параметров защиты от перегрузки. Поэтому необходимо провести следующие работы по перерегулировке крутящего момента сопутствующие компоненты. Отверните болты и снимите крышку с верхней части коробки турбины. Отверните болты и выньте сальник храпового механизма. Используйте острый инструмент, чтобы открыть стопорную защелку храпового механизма. И используйте шестигранный ключ соответствующего размера, чтобы повернуть храповой механизм против часовой стрелки. После ослабления всех храповых механизмов, используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть каждую трещотку до стандартного значения крутящего момента 18 плюс-минус 1 ньютон умножить на m. Примечание по регулировке храпового механизма. Регулировку храпового механизма необходимо производить в несколько приемов согласно числовой последовательности, указанной на рисунке, и постепенно увеличивая усилие. Когда регулировка храпового механизма близка к указанному значению, необходимо выполнить точную настройку, чтобы окончательно обеспечить согласованность данных регулировки. Если при регулировке номер одного храпового механизма превышает указанное значение, его нельзя регулировать против часовой стрелки. После регулировки очистите его. Установите сальник с храповым механизмом, затем нанесите герметик и установите крышку коробки турбины.